утренняя молитва. Киевская архиепископия нашей здесь. Слава Богу, пусть Господь благословит. Аллилуйя. Приветствую всех. Слава Иисусу Христу. Слава навеки Богу Святому. Слава Спасителю нашему, Искупителю. И сегодня вот картинкой для вот этой трансляции я сделал иллюстрация такая из песни песней, из откровения там вот о невесте, которые к возлюбленному стремится, и возлюбленные приходят, и вот эти шафаристы шафарят шафарами, вот как раз оповещая о приходе царя. Вот как раз я думаю, очень к осенним праздникам подходящая такая картинка. Слава Богу! Приветствую всех, всех святых, слава Богу! И благодарю Бога за все. Спасибо, Господи, за все. Спасибо за это доброе утро. Благодарю Тебя, Господь, за эту благодать, за милость Твою. Благодарю Тебя, Господь, благодарю. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Аминь. Благословляю всех, кто подключается. Во имя Иисуса Христа, кто в записи смотрит, тоже благословляю всех. Сегодня вот такое с утра время пения Господу нашему возлюбленному, слава Богу. И читаю из книги «Песни песней», 2 глава. «Я нарцисс саронский, лилия долин, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами, что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами, в тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь. Он вел меня в дом пира своего, и знамя его надо мною любовь. Бог вел меня в дом пира своего, и знамя его надо мною любовь. Бог вел меня в дом пира своего, и знамя его надо мною любовь». Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя, Боже Святой! Боже, благодарю Тебя за дом пира Твоего, Господь, Боже! И за знамя, которое реет над нами, Боже! На этом знамени лишь одно слово. Это Твое имя, потому что Бог есть любовь. Боже! Лишь одно слово, лишь одно имя. Твое имя, Твое слово, сладчайший Господь, возлюбленный, благословенный,
царь во веки веков, знамя Твое надо мною, любовь, Твое, Господь, знамя. Слава Тебе, Господь, дом пира Твоего, Боже. Это, Господь Боже, действительно благодать, спасение, исцеление, освобождение, Боже всемогущий, воскресение и жизнь. Как Ты сказал, Господь, Боже, в Евангелии от Иоанна 11:25, где слова Иисуса записаны Иоанном, Ты сказал, Господи Боже, Я есмь воскресение и жизнь. Я есмь воскресение и жизнь. Спасибо Тебе, Господь. Ты есть действительно воскресение и жизнь. И дом пира Твоего, Господь, в который Ты вел нас, водишь нас, это есть дом, Господь, воскресение и жизнь. Слава Тебе, дом любви Твоей. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Святой. Благодарю Тебя. Слава Тебе. Слава Тебе и хвала, Господь. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе. Аллилуйя, аллилуйя. Боже, благодарю Тебя, Господь, за это утро. Боже, как сказано в Слове Твоем, и был вечер, и было утро. Боже, сегодня этим утром воздаю Тебе славу и хвалу, Господь. Боже, благодарю Тебя, Господь, за жизнь. Благодарю Тебя, Боже, действительно, Боже, Ты есть эта жизнь, Господь. Ты есть жизнь, Господь. Слава Тебе. Воскресение и жизнь, Господь, слава. Аллилуйя. Аллилуйя. Боже, благодарю Тебя. Милость Твоя, Господь, обновляется к роду человеческому, Господь. Боже, этим утром, Боже, благодарим Тебя, Господь, за милость Твою, благодать. Благослови народ Свой миром, благослови сегодня Израиль. Боже, в эти дни осенних праздников Твоих, Боже, я Тебя снова и снова поздравляю с этими праздниками Твоими, Господь. Боже, и желаю Тебе, Боже, пусть, Господь, Твоя воля исполняется на этой земле, как на небесах, Боже. То, о чем прошу Тебя, Господь Божий, это именно то, Господь. Пусть воля Твоя исполняется, Господь, на этой земле, как на небесах. Я знаю, что для Тебя это самый лучший праздник будет. Для Тебя это будет самый лучший подарок, Господь. Боже, пусть, Господь, Твоя воля исполнится на этой земле. В моей судьбе пусть Твоя воля исполнится, как на небесах, Господь, исполняется она. Боже, во имя Иисуса Христа, в моем служении, Боже, на этой земле, пусть она исполнится, воля Твоя, как на небесах. Я знаю, что это самый хороший подарок для Тебя, Господь, Боже. И я желаю Тебе, Господь Боже, в эти дни осенних праздников, Боже, действительно, исполнение воли Твоей, Господь Боже, на этой земле, Господь Боже. И благословляю великое имя Твое, благословляю Тебя, мой Бог, Господь, во всякое время. Благословляю Тебя этим утром, Господь, благословляю Тебя, Боже, и вечером благословлял. А ныне утром благословляю Тебя, Господь Боже, потому что, Боже, верю, Господь Боже, во всякое время, Боже, Тебе угодно хвала, Господь, и благословение, Боже. Слава Тебе, Господь, люблю Тебя, мой Бог. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь, благодарю Тебя, Господь Боже, за все. Благодарю Тебя, Господь Боже, за чашу Господню, за новый завет в крови Сына Твоего, Иисуса Христа. Ведь Ты, Бог, примирил с собой весь мир. Ведь Ты, Бог Святой, действительно примирился с нами кровью Сына Своего и примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступлений их. Господь, Ты не вменяешь людям преступлений их, потому что весь, Боже, грех, все проклятие, все беззаконие, Боже, все это отчуждение, все это разделение, вся эта многовековая вражда наша с Тобой, Боже, не с Твоей стороны, с нашей человеческой стороны это была вражда, но Ты сильнейший, Ты любящий, Ты взял на Себя, Господь, все это, Боже, и пригвоздил ко кресту, Господь, свою любовь, Боже, Сына Своего Единородного, Господь, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, чтобы широкий доступ к престолу Отца Небесного был открыт для всего человеческого рода, Господь, чтобы изливалась на все сущее, Господь, Твоя любовь святая, Боже Святой, благослови, Боже, нас. Благослови, Господь, Боже, род людской, быть носителями Твоей любви, Господь, Твоей благодати.
Твоей истины, Твоего исцеления, Твоего освобождения, Господь Божий. Ведь вся тварь, все творение стенает и мучается, ожидая откровения сынов Твоих, Господь. Пусть сыны и дочери Твои, Господь Божий, живут в этом откровении, Господь, углубляются в это откровение Твое. Боже, слава Тебе! Благодарю Тебя! О, благодарю Тебя, Господь Святой! О, благодарю Тебя, Господь! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава! Слава! О, аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Слава! 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Боже, благослови, Господь, Иерусалим! Благослови, Господь, город мира! Боже, салям! Шалом! Господь, аллилуйя! Салем, салем, Иерусалим, Джерусалим, аллилуйя, Джерушалаем, Иерушалаем, Иерусалим, шалом, шалом. Боже, сегодня пятница, Боже, сегодня уже завершение этой трудовой недели в Твоем библейском календаре для рода человеческого. Боже, благослови сегодня всех, Боже, трудящихся нас, Боже. Боже, благослови, Господь, сегодня и приготовление все к шаббату. Боже, благослови, Господь, и наступающий шаббат, Боже, благослови в нашей жизни, в жизни каждого из нас, Боже. Благослови нас войти в этот шаббат сегодня вечером. Боже, встретить его достойно. Войти и пребывать вместе с Тобой в Твоем покое, Господь. Слава Тебе. Благослови, Господь. Благослови народ Своим миром. Благослови, Господь. Шаббат шалом, Иерушалаем. Шаббат шалом, Израиль. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Царь мой. Благослови, Господь, этим вечером и этим утром, Боже, новый день наступающий. Господь, благослови, Боже, сегодня вечером, Боже, встречу шаббата. Приготовь наши сердца, Господь, сегодня. Сегодняшним днем произведи эту работу в нашем сердце, Господь. Боже, на протяжении всего этого дня, Господь, Боже, оставшегося, слава Тебе, Господь. Благослови. Благослови, Господь, благослови. Благослови хлебопреломление, причастие тела и крови Твоих, Боже. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Царь Вселенной. Слава Тебе, Господь. Боже, благослови Киев, Господь. Благослови, Господь, здесь на берегах Днепра. Пусть славится имя Иисуса Христа, Сына Твоего Единородного. Ведь Ты дал, Господь, Иешуа Машиаху, Иисусу Христу, имя превыше всякого имени, честь и славу. Боже, при всякого имени превыше, дабы пред именем Иисуса Христа всякое колено склонилось, небесных, земных, преисподних, а всякое колено склонилось. И ныне мы видим, Господь, что всякое колено склоняется, земных и небесных, ангельских и преисподних. Всякое колено, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Святой. Слава Тебе, великий Бог наш. Слава Тебе, Боже всемогущий. Благодарю Тебя. Благослови Украину. Благослови, Господь, все страны бывшего союза, советского, атеистического, противобожного. Господи, благослови своим духовным пробуждением, Боже всемогущий, пробуждением всех народов, Господь, бывшей империи, бывшего союза. Боже, и пусть здесь, в Киеве, это пробуждение, оно действительно плавится. Господь, народ плавится, Господь, души людские, в огне Твоей любви, Господь. Плавится, Господь, в любви Твоей благодати, в любви Твоей, Боже, слава Тебе. И пусть, Господь, эта любовь Твоя, Господь, изливается, Боже, в сердца наши Духом Святым более и более. А мы погружаемся в Тебя, Господь, Боже, более и более, а Ты погружаешься в нас. Боже, и пусть, Господь, это пробуждение изливается отсюда, Господь Боже, с Киева, с берегов Днепра. О, далее и далее, Господь,
по всей Украине, по всем странам, Господь. Боже, слава Тебе, Господь. Благослови, Боже всемогущий. Благослови всю нашу истрадавшуюся планету, Боже, потому что действительно так и есть. Вся тварь, все творение стенает и мучается, ожидая этого пробуждения. И все пробуждения, которые были на протяжении всех этих тысячелетий, а особенно, Господь, особенно в это время благодати, в эти два тысячелетия, Боже, в эру благодати, эпоху благодати, все те духовные пробуждения, которые были, о которых мы читаем, Господь, в Деяниях апостолов, о которых мы знаем из истории христианства, в древности, немного мы знаем, но, Господь, даже того, что мы немногое знаем, нас умиляет и восхищает порой действительно. В средние века, в эпоху дальнейшую, уже предреформаторскую, в эпоху реформации, просвещения, уже в ближайшее к нам время, в наше время уже, в 20-м столетии, сейчас уже в 21-м столетии. Господи, за эти два тысячелетия Ты много совершил на этой земле. И все эти пробуждения, Господь, действительно, это были те и есть те пробуждения, которые стали такой отдушиной для погибающего мира, для твари, для всего творения, которое стенает и мучается. Это стало действительно, Боже, некой отдушиной, Господь, становилось каждый раз и становится. Боже, явлением неба на земле, проявлением небес на этой земле, Господь. Боже, и пусть, Господь, и сейчас, в наш день, Господь, в наши эти дни, Твое пробуждение, Господь, явление неба на земле, Господь, происходит, Господь, во имя Иисуса. Благослови, Бог Святой, Господь. Сейчас вот, в канун праздника, в предпразднество Твое, Эрев Суккот, в предпразднество поставления кущей, здесь, в Киеве, на берегах Днепра, Господь, на Хрещатике, на Майдане на Залежности, будут собираться люди, сотни тысяч верующих, по-всякому верующих, неверующих, всяких-всяких, ищущих, нашедших, находящих. Боже, я прошу, пусть Дух Твой Святой, Руаха Кадош, Дух Господний, Руах Адонай, проявит свою силу в чудесах и знамениях, в благодати и любви, в сердцах людских. Боже всемогущий, я знаю все, что знал этот город, это было лишь увертюрой, это было лишь еще запахом с кухни, это не было еще самим обедом. Это еще, Господь, не были те пробуждения, Боже, которые грядут. Целая серия этих пробуждений, целая серия, Боже. Пусть раскаляется до красна, пусть раскаляется до бела, Господь, в Твоей любви, Господь, в Твоей благодати. Дом пира. Дом пира Твоего и знамя Твое над нами, любовь. И пусть, Господь, знамя в эти дни водрузится, Твое, Господь, святое знамя и над Майданом, над Хрещатиком, над Киевом, над берегами Днепра, над всей Украиной и над всем миром, знамя любви. Знамя Твоей победы. Слава Тебе, Святой. Хо! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава и хвала! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, слава Тебе! Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Иисусу слава, Иисусу слава. Луна є пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Ха, вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру в світле майбуття. Через свого Сина всемогутній Батько нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава. Співає вільна Україна. Люди всіх народів, підіймайте руки, прославляйте Сина, Він єдиний Бог. Він своєю кров'ю розірвав кайдани, Він достоїн слави, Ісус Христос. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Ісусу слава навіки, навіки. Ісусу слава навіки, навіки. Алілуя! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Святой! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе! Благословен Бог наш! Благословен Господь! Святой, великий Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! 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 Песни песней, 2 глава, 4 стих. Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Дальше нам говорится: подкрепите меня вином. Сегодня беру плод виноградной лозы, виноградный сок беру, с верой в то, что Господь совершает это таинство в нас. И через нас, и для нас. 2000-летия люди поднимают бокалы во имя Господне. На протяжении 2000-летий люди подходят к чаше и провозглашают великую тайну. Говорят: кровь Христа Иисуса. И отвечают: аминь. Благодарю Бога за это таинство.
благодарю за хлеб, а наипаче за хлеб жизни. Благодарю Тебя, Господь, за тело Твое. Ты пахнешь хлебом, потому что Ты есть хлеб. Твой запах – это запах хлеба. Ты действительно хлеб жизни. Спасибо Тебе, Святой, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, возлюбленный мой, спасибо. Люблю Тебя. Благодарю Тебя за все. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь. Благодарю Тебя, хлеб жизни. Благодарю Тебя, Ты есть воскресение и жизнь. Всего, чего Ты касаешься, воскресает. Всего, чего Ты касаешься, оживает. Ты великий чудотворец. Ты самый красивый, Ты самый добрый, потому что в сравнении с Тобой даже самый добрый из отцов земных, он злой, потому что Ты настолько добр, что по сравнению с Тобой самый наидобрейший добряк на этой земле злой, потому что никто не благ. Как Ты, Бог. Спасибо Тебе. Бог благий повсякчас у моєму серці. Аллилуйя. І Він гряде. Дякую Тобі, Ісусе. Дякую Тобі. Дякую. Дякую. Дякую, Ісусе. Боже великий, Ісусе коханий, серцю моєму найбільше жаданий, Боже мій, Боже мій, мій коханий Ісусе. Боже великий, Ісусе коханий, серцю моєму найбільше жаданий, Боже мій, Боже мій, мій коханий Ісусе. Ісусе, Ісусе, Ісусе. Люблю Тебя, Ісус мой, Спаситель мой, спасибо Тебе. Боже, благодарю Тебя. Благослови, Господь, хлеб сей, и Ты благословяешь уже. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Благословен Бог наш, возлюбивший нас и отдавший Сына Своего за нас, отдавший жизнь Свою за нас, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Благословен Он. Благословен Ты, Господь, возлюбивший нас, во Христе примиривший нас с Собою, в крови Сына Твоего. Благодарю Тебя, Господь, за тело Христа. Благодарю Тебя за кровь Христа Иисуса, за Новый Завет, за благодать. Благодарю Тебя, что благодатью я спасен. Это не от меня, это не от нас, это не от людей, Боже.
Нет, это не от нас. Это Божий дар, твой святой дар, подарок и страдавшемуся человечеству, подарок всему стенающему миру, всему сотворенному, всему творению, подарок твой вечной жизни, дар твоей вечной жизни. Благодарю тебя, святой, благодарю тебя, отец мой, папочка мой, Ава, отче, небесный Бог мой. Творец неба и земли, всего видимого и невидимого. Благодарю тебя и благоставляю имя твое, сущий на небесах. Ты самый прекрасный, ты самый удивительный, ты самый мудрый, самый-самый-самый. Никто не сравнится с тобой, ничто не сравнится с тобой. Спасибо, но все отображает твою красоту, твою любовь, твою благодать. Спасибо тебе. Мы на это созданы. Мы для того и созданы, Боже. Спасибо. Благословен Бог наш. Благословен. И сестра Валентина написала еще здесь, вижу, что да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. 2 Иоанна, 3 стих. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Золотые стихи, золотые слова. О, спасибо тебе, Господь. Тело Христово примите, братья и сестры, источника бессмертия вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Спасибо тебе, Господь. Тело Христа Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь мой, Бог мой. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус, спасибо. Спасибо, Иисус. Ты во мне, а я в тебе. Иисус, спасибо, Иисус, спасибо, 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 спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо. Ты во мне, а я в тебе, Господь. Спасибо, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо за жизнь, за воскресение, за жизнь. Ты есть воскресение и жизнь. И верующий в Тебя, даже если умрет, оживет. Потому что Ты есть воскресение, Ты есть жизнь. И сила воскресения, сила жизни в Тебе. И через Тебя, в нас, верующих, действует могущественно. Аминь. И как вот сестра Валентина напомнила этот стих, хочу, поднимая бокал сегодня, опять тоже провозгласить этот стих. Прочитаю 2 Иоанна, 3 стих. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Аминь. 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 Благодать,
и мир да умножится. Благодать и мир да расширится и умножится, углубится. Я погружаюсь в Тебя, Господь, Ты погружаешься в меня. Ани ледоди ведоди ли. Я принадлежу Тебе, возлюбленный мой. Ты, мой возлюбленный, принадлежишь мне. Я и Отец одно, мы одно, Господь. Твоя кровь во мне, Твое тело во мне, а я в Тебе, а Ты во мне. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе за воскресение и за жизнь. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо, драгоценные, спасибо. Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. О! Иисус, спасибо. Мой Бог, спасибо. Господь, спасибо. 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 Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо. Мой Бог, спасибо. Иисус, спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо. Любимый Господь мой, спасибо. Возлюбленный мой, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру на подножьях золотых. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, Господь, спасибо, 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 драгоценный, спасибо, спасибо. Хо, спасибо, 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 Господь, спасибо. Братья, сестры, молитесь сами уже, молитесь, я дальше просто не могу, я хочу побыть с Ним просто. Благословляю вас, я благословляю во имя Христа. Благословляю сейчас свою семью, благословляю супругу свою, благословляю детей, благословляю всех вас, ваши дома, родных, ближних. Благословляю сегодняшний день вашей жизни тоже. Благословляю приготовление к шаббату. Сегодня вечером я не смогу быть в трансляции. Если только очень коротенько совсем. Коротенько. Или пораньше. Сегодня вечером, наверное, пораньше. Где-то 6:30 включусь. Ну, до 6:30 максимально смогу быть я. Потому что нужно будет уже уходить. Потому что сегодня вечером, да, вот братья и сестры, слушайте, сегодня вечером я буду в трансляции. Здесь я сделаю шаббат, ну, включу встречу шаббата с семьей. Но вообще, может быть, даже только со своей семьей. Посмотрим, как там, как в Украине говорят, писятники. Як дух ПВД. Вот, но что точно я знаю, уже точно. Вот, это сегодня вечером будет трансляция, прямая программа «Еврейский взгляд» называется. Я на страницах в социальных сетях, вот на Фейсбуке, уже выставил информацию, на своей основной странице, по крайней мере, я уже точно выставил. На других я, по-моему, нет еще. Надо будет сейчас там
поделиться. Вот, программа «Еврейский взгляд» на Ютубе, здесь же на Ютубе, где сейчас моя трансляция идет, наберите в строке, вот там, где поиск, да, то вы набирали архиепископ Сергей Журавлев, там, чтобы попасть на мой этот канал, этот Ютуба. А здесь написано «Введите запрос», вот у меня вот, «Введите запрос». Набирайте там «Еврейский взгляд» или программа «Еврейский взгляд». И попадаете как раз вот на эту канал. Там уже есть уже заставка такая, там такой дедушка с шофаром, шофарит уже, такой старый еврей, шофарит, значит. И там написано, что гость там программы будет, ну, ваш покорный слуга, архиепископ Сергей Журавлев. Там написано было Сергей Журавлев, там архиепископ, там отец Сергей Журавлев написали, ну, как бы, как написали, так написали. Вот, значит, и эта программа будет сегодня в 20:00, трансляция будет, прямая трансляция. То есть мне нужно будет выезжать уже, получается, пораньше, значит, и чтобы там уже, ну, за час хотя бы быть уже до начала программы. Вот так вот. Так что вечером сегодня, наверное, даже я здесь только с семьей буду. Да, наверное, так пусть будет. А уже там, в 20:00, добро пожаловать. Если кто не сможет быть в прямой трансляции в 20:00, программа идет час, я думаю, может, чуть больше там. Вот, ну, где-то час они идут. Я был там раз уже, было чуть больше часа там, по-моему, да. Или полтора часа где-то у нас вышло, там где-то. В общей сложности все, с перерывами с этими там. Там еще они рекламу делают, перерыв. Вот. И знаете, если не получится быть в прямом эфире у вас, посмотреть в прямом эфире, то тогда уже, запись, там сохраняется запись. Там можно увидеть программы прежние, в том числе и с моим участием тоже есть программа там. Не помню, как она называется, там, по какому поводу даже собирались. Но я был уже в «Еврейском взгляде». Там шла речь о благословениях, проклятиях, как раз, да, вот такая была серия. У них по сериям таким, как бы, есть тема, и они там, как бы, на протяжении какого-то времени одну и ту же тему, как бы, разным гостям в разных... Вот, допустим, прошлую программу я смотрел у них, в прошлую пятницу, она была посвящена тоже осенним праздникам Рош Хашана, Йом Труа, Рош Хашана. А сегодняшняя программа наша будет с моим участием уже, она будет посвящена Йом Кипур, празднику Йом Кипур, поэтому, в общем-то, я буду говорить об этом. Влад и Мария, они будут вести, это ведущие программы, вот, значит, Рувим Шалом Увраха, Аллилуйя. Да, всем благословений и, ну, шалом, и всем уже шаббат шалом. Потому что я думаю, уже до начала шаббата уже не увижусь, наверное, уже с вами уже. То есть я уже не буду выходить уже. Только лишь уже там на той программе уже, а там не знаю у них. Ну да, в принципе, наверное, тоже шаббат будет встречаться обычно. У них в прошлый раз там была хала, вот, да и у них постоянно там такой шаббат. Слава Богу. Благословляю вас всех, дорогие друзья, благословляю. Ну и, конечно, если вы в Киеве или будете в столице, значит, в это воскресенье на Эрев Суккот, на предпразднество праздника поставления кущей, то обязательно езжайте в центр, на Майдан, на Залежности. Выходите на Майдане или на Хрещатике, на станции метро, и попадаете на праздник. Это будет свято подяки, праздник благодарения. Бога будем благодарить за все. С разных церквей христиане будут там молиться, собираться. Вот, наша церковь тоже отменяет свое служение воскресное, обычное, где мы там арендуем на Кловской, ну там неподалеку, в принципе, мимо дома, где родилась Голда Мейер, кстати, мы проходим там, значит, там, и как раз прямо на Хрещатик, на Бессарабку выходим на Хрещатик, значит, и начало служения на Хрещатике, на Майдане, в это воскресенье общехристианское служение будет, экуменическое, такое общехристианское, межконфессиональное, межцерковное служение во Христе Иисусе, будет с 10:00, с 10 до 12 часов, а потом до самого вечера, там часов до 9, даже до 10, наверное, это будут молитвы, гуляния, евангелизации, программы разные, концерты, все-все-все, то есть христиане будут славить Бога, значит, и славить и благодарить за все. Благословляю вас, дорогие друзья, во имя Христа Иисуса. Благословляю паки и паки снова и снова. Израиль, Иерусалим благословляю. В эти осенние праздники я вывешиваю и в частной молитве, и в такой общей молитве
флаг Израиля, флаг Иерусалима и благословляю. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еверехеха Адонай ве ишмареха. Ягер Адонай панавелейха вихунеха. Иса Адонай панавелейха ве яселеха шалом. Бешем Иешуа Гамашех, Иешуа Машихейну, во имя Христа Иисуса. Аминь, аминь, аминь. Пусть Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Его, благословит всех вас, братья и сестры, благоставляю всех вас во имя Господне. Бог благословит. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам, братья и сестры, благоставляю всех вас. Пребывайте с Господом. God be with you. Бог да пребудет с тобой.